Ну, я и хотел ваше личное мнение узнать, на самом деле. Собственно говоря, я вам его и сказала. Что, в общем, художники сами по себе, да, промыслы сами по себе, а все остальное само по себе, да? Значит, тоже нужно высшее образование, как бы быть дизайнером, чтобы устраивать как-то жизнь свою, да, как я понимаю? Без вариантов, фактически. Промыслы – это уже другое. Ну что, спасибо. Все равно потрясающе. Потрясающе, конечно. То, что вы делаете, Соня, очень красиво. Спасибо. Все фантастически, то, что вы делаете. Как я уже выяснил, что вы будете все дизайнерами, пойдете в Строганов, куда? И... Нет, я не пойду в Строганов. То есть вы так и будете, да? Нет, ну высшее образование имеет, все-таки надо получать, да? Нет? То есть так и будете, вот, как это называется, специальность? Ткачи. А, так ткачи, дают диплом ткача, да? Да. То есть там написано ткач. Художник-мастер. Художник-мастер. И дальше уже сам как бы находишь, да, заказы. И потом будет в скобочках отделение. Отделение какое? Качество, кружево, качество. Роспись. У каждого свое. Потом уже будете как-то сами искать заказы, да, вот продавать все. Можно. Можно, да? Да. И именно этим хотите заниматься? Или все-таки вот как ваши коллеги? Поступать, быть дизайнером. Поступать, скорее всего, я не буду. То есть вы как раз вот те, кто будет вот... Ну, как сказать, можно поступать. Там, главное, в любом случае придется вышку. Все-таки придется высшее образование, да? Ну, может, не именно по этой специальности. Да. По какой-то еще. Да. А по какой еще? Я детей люблю. Преподавание. Ну, это, конечно, очень перспективно, самое перспективное. А какой курс у вас? Третий. Первый. Первый? А по какому принципу уже посылают вот сюда, в город мастеров? Все-таки могут... Попробовать, знать, что это такое. Ну, вы же, наверное, лучший раз вас прислали. Ну, поэтому и посылают в паре. Третий и первый. А, третий и первый. Да. То есть вы лучший в третьем, а... Ну да, побольше знаем. Ну, первого посылают, чтобы узнать побольше опыта, набраться. Ага. И дают все-таки такие рекомендации, если будут приставать, типа меня, что все-таки там... Мы уйдем, а потом кто будет отвечать на вопросы, если они не были и не знают ничего? Куда вы уйдете? Ну, когда закончим. Ага, понятно. И как же вот можно жить в Москве и все-таки это все осваивать, да? Можно. Или это все-таки имеет в виду какие-то традиционные региональные промыслы? Нет. Спасибо. Но я вас, конечно, замучил, но, наверное, вам начальники дали вот такие рекомендации, что все-таки не посылать таких дядей что-то там такое, да? Нам тут скучно сидеть без разговора. А, значит, я все-таки вас еще и развлекаю, да? Да. Это приятно. Ну, получил истинное наслаждение, пока наблюдал. Это все. Вот это побойчее все-таки девушка. А Соня запуталась. Спасибо.